Китайская компания Bitmain начала продажу оборудования Antminer X3 для добычи Monero и других монет. Инженеры разработали анонимный алгоритм Kryptonite. Новое оборудование стоит $12,000. Его характеристики – мощность 550 Вт и хешрейт 220 кГц в секунду. Antminer X3 может добывать криптовалюту на $170 в день. В код платформы внесли изменения, которые не повлияют на обычных пользователей, но ограничат возможности индустриальных майнеров. Bitmain сразу предупреждает, покупатели самостоятельно несут ответственность за все риски. Оборудование нельзя будет вернуть. Для противодействия ASIC майнеров создатели Monero готовы менять алгоритм с каждым планируемым форком каждые полгода.